Приветствую всех гостей канала «Моя домашняя кухня». Сегодня делюсь рецептом легкого пирога с капустой и яйцом. Тесто будет жидким, поэтому делать замес не придется. Мелко нарезаю одну луковицу. В сковороду кладу кусочек сливочного масла на 30 грамм. Перекладываю лук и обжариваю на слабом огне до золотистого цвета. Одну морковь тру на терке и перекладываю в сковороду. Шинкую 250 грамм капусты и отправляю тушиться вместе с луком и морковью. Добавляю черный перец и соль. Перемешиваю и держу на медленном огне до полуготовности, примерно 15-20 минут. Огонь увеличивать не стоит, так как если овощи подгорят, они испортят вид пирога. Два вареных вкрутую яйца мелко нарезаю и перекладываю к овощам. Перемешиваю, снимаю с огня и даю остыть. Начинка готова, займусь тестом. В глубокую емкость вливаю 300 мл кефира комнатной температуры, вбиваю 2 яйца. Добавляю половину чайной ложки соли, 80 грамм муки, половину чайной ложки разрыхлителя. Взбиваю миксером до однородности. Форму для выпечки диаметром 26 см смазываю оливковым маслом и присыпаю манной крупой. Если возьмете форму поменьше, пирог получится чуть выше, у меня будет тонкий. Вливаю больше половины теста, выкладываю всю начинку, заливаю оставшимся тестом. Пирог выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Заливной пирог с капустой и яйцом получается легким и вкусным. У меня его любят все, даже ребенок ест с удовольствием. Попробуйте и напишите в комментариях свой отзыв на рецепт. Чтобы не потерять, подпишитесь на канал. Буду очень благодарна за лайки. Заходите в гости на мою домашнюю кухню.